Pucciarelli. Testa nera, la palla diventa buona per Maniero. C'è Pucciarelli che prova a dare una mano. Passa Pucciarelli. Era finito Pucciarelli. Questa volta non ha potuto evitare la tensione. Il numero 3 della Juventus che si deve ne sta mandando dall'altra parte. Il calcio d'angolo. Pucciarelli. Via in mezzo a due a aspettare. Cotali e Di Noia. Почався один поєдинок відіграв. До речі, Лукас Піасон у складі Челсі ще дві тижні це дискрекали інсайді, а були форти промоси. Бедемо акціоні Ачелор Дела. Єво Кушутул. Жукатор вирісити доар. Нову Сузичач. Канашута Понтоне Бучарелі Сожі. Ну да ладно, це все римські діла. У нас тут свої маленькі розборки. М'яч. Пасует точно в ногу Пучарелли. Пучарелли входит в штрафную площадь, бьет поворот. А там можно верить. Стало то, что стороны даже согласовали уже условия будущего контракта. А здесь Джан. Теренский avec Пучарелли. Контроль la frappe de Пучарелли. La parade de but. Clemenza. Si fa vedere Pucciarelli in aria. Pucciarelli può calciare. Va dentro per Maniero. Спокойно Эмполи справляется и быстрая контратака при поддержке Макарона. Забегание Макарона, хорошая передача и сразу же удар и гол! Encore une fois, ça combine avec Macaroni, voilà! Cercato Pucciarelli, palla che passa, Antonini ha fatto sfuggire, Pucciarelli nella rigore, Pucciarelli, la palla dietro, il sinistro, rete. Тут и вылетит по итогам сезона. И вот еще одна хорошая атака, хозяев намечается. Пучарелли, Пучарелли, удар по воротам. Sembra un po' più in difficoltà adesso però. Anche in questo caso, palla persa, Pucciarelli può rifarsi davanti a Provedel che si sdraia ma non basta, si rifà subito Pucciarelli dopo il gol incredibile. Сезоне, в далекому же сезоне, 87-88, Макарона делает передачу, давай 2-0. Ха-ха, 2-0. Петр Зелинский ищет ветерана мячом, но и в итоге на подборе удар, гол! Фантастика, Эмполи, первый удар. Это все происходит, а вот Эмполи еще одну атаку организовывает. Сапонара, пас штрафную, разворот, удар, гол! На 60-й минуте или на 59-й. Атака включается. Простенько и голевой момент. Пучарелли.